А на ковре мы встречаем еще одну гостью из Армении. Это Сильва Сарксян. Посмотрим ее выступление с упражнением с обручем. Очень энергичное и динамичное исполнение элементов УЭТ. Сейчас гимнастки очень часто выполняют этот элемент, потому что он стоит дорого. Каждый поворот с прямой ногой в УЭТ стоит 0,2. Если гимнастка скрутит 10 таких поворотов, она получит целых 2 балла. Также взята музыка «Арамка 4», только быстрая часть этого бессмертного произведения Сильва Сарксян, Армения. Но чувствуется Белгородская школа художественной гимнастики, если вы согласитесь со мной, буду рада. Да, действительно, Сильва родом из Белгорода. И сейчас она тренируется под руководством Натальи Борисовны Тишины. Тишина в Нижнем Новгороде, учится в университете имени Лесгофта. Девочки болеют за свою подругу по команде. Ну, я думаю, что мы, дорогие друзья, с удовольствием послушаем первые впечатления этой гимнастки после выступления. Как прокомментируешь свое выступление? Все ли получилось? Не все получилось. Я не уронила, но была грязная ловля. Буду работать дальше. Сильва, не расстраивайтесь. Вы любимица московской публики, вас очень любят. Почему вы плачете сейчас? Действительно такая ошибка роковая или это, наоборот, волнение, Сильва? Нет, я не плачу, все хорошо. Все хорошо, тогда, как говорят у нас в Армении, Арарат Хуптур. Сильва, вперед! Ждем оценки нашей очаровательной спортсменки, друзья. Ты большая молодец. Оценка Сильвы Сарксян. 30,95. 30,95 для Сильвы Сарксян. Свой результат. 9,2 балла получает Анастасия за артистизм. Это то, о чем я говорила, за что роскошная можно оценка, получить роскошная высокую оценку. Артистика – это ее конек. Вновь Сильва Сарксян, Армения. «Джан-джан» так называется эта мелодия. Ара Геворкян, композитор, и красавица Сильва Сарксян.
пощекотала нам нервы Сильва в конце упражнения, когда кончиками пальцев она выловила свой перекат. Это было очень эффектно. Вы знаете, в этом упражнении ей удалось выразить народные мотивы и очень большое искусство совместить работу с предметом, чистую работу с предметом и танцевальные движения под броском. Это очень сложно. Когда концентрация идет на ловлю, нужно... Вот про что я говорила. Не знаю, судьи зачтут, как потерю. Сильва, красотка и, конечно, купальник совершенно выразительный. Это понятно, что мы все сейчас у ваших ног после такого выступления очень выразительно. Но было ощущение, что вы так входили не сразу, что называется, и уже в процессе так начали ловить кайф, как мы говорим, соревновательно. Или я не прав? Вы не правы. Так, расскажите, как было? Я сразу вошла в поток. Сразу все делала. Старалась крутить все повороты, элементы. И надеюсь, у меня получилось. Ну, то есть по десятибалльной системе сейчас сами себе что поставите? 8. 8. То есть нет предела совершенства? Но мы в восторге. И в ожидании оценок. Сильва Сарксян, 32,5 балла. 32,5. Четвертый результат. Мария Тригуб. 35 получает Пелагея Нанова. Это 6 результат. И мы сейчас увидим с вами Сильву Сарксян. Флаг Армении на левом плече. Очень рискованный выполнил элемент Сильва. Но ловля была недостаточно уверенной. Возможно, судьи не засчитают этот риск. На самом деле, очень сложно собраться и продолжить упражнение, как ни в чем не бывало, после какой-либо ошибки. Вот Сильва сразу же допустила вторую ошибку, которая могла совершенно спокойно допускать. Эти ошибки самые обидные. Но я надеюсь, что она сейчас соберется и закончит упражнение настолько, насколько она может выполнить чисто, уверенно, музыкально. Серьезный образ воплощает Сильва. Исполнена. Это ловля одной булавы в руку, в которой уже находится вторая булава. Эта ловля стоит дороже, чем обыкновенная ловля булавы. Гимнастки активно используют в своих композициях данный вид ловли. Но и он намного труднее, чем просто поймать булаву в руку. Концентрация, конечно, ослабла. Очень хочется гимнасткам выразить образ и музыку на ковре. Иногда эмоции мешают контролю над предметом. Немного расстроена Сильва. Но мы все равно ее поддерживаем. Зрители аплодируют. Сильва показывает сердечко. Она очень любит выступать. Молодец, Сильва. Она не только хороша на ковре. Не будем. Закроем глаза на те недочеты, которые мы сейчас видели. Это умничка девочка, она закончила школу с золотой медалью и поступила на бюджетное отделение в университет имени Лесговта. Всегда приятно, когда девочка-гимнастка, которая достигает высот определенных в художественной гимнастике, успевает учиться. Да, это вы не это только... знаете, это не да. понаслышке, да? Это не только приятно, это еще и очень важно, когда гимнастка оценка умно работает. Сильва Сарксян, 28 баллов ровно. Приглашается Мария Тригубова. 28 ровно для Сильвы. На ковре Сильва Сарксян, представительница Армении. Очень ловко Сильва развязала узелочек.
французская певица Индила помогала выполнить упражнение с Лендой Сильвией. Очень эмоционально выполнила Сильва свое упражнение. И вполне могло бы оно быть с истинно французским изяществом, если бы не вот эти досадные, да, недочеты, которые были. Ну, на самом деле, упражнение, оно почти все выполнено очень эффектно и технично, да, за исключением маленького узелочка, который она завязала после ловли прекрасно исполненного риска с тремя вертолетами. Вот здесь мы тоже видим небольшую оплошность, да, в рисунке. Как лицом играет гимнастка. Прекрасно. Прекрасная гимнастка. Она нам показывает сердечко. Очень здорово выступать в этом зале. Прекрасные условия. Гимнасткам, конечно, здесь предоставлены прекрасные, прекрасные возможности. И разминочные площадки, и помосты. Три огромных разминочных зала. Дорогие друзья, площадки. Именно дворец примет здесь два шоу, которые приурочены к празднику Победы. Они состоятся 9 и 10 числа. Милости просим. Оценка Сильвы Сарксян. 31,2 балла. Приглашается 31,2. Такова оценка Сильвы Сарксян. И сейчас продолжается.